Ребят, не стесняйтесь сюда, подойдите, пожалуйста. Мы вас минуту больше не займем времени вашего. 20 смертей на железнодорожных путях в Одинцовском округе. Такова статистика за 2020 год. Будьте бдительны, предупреждают полицейские. Железная дорога – зона повышенной опасности. На этот раз межведомственный профилактический рейд прошел рядом с Голицынской железнодорожной платформой. Мы сегодня провели профилактические беседы с пассажирами, которые переходят по несанкционированному переходу, которые нарушают, которые говорят, что нам ближе, чем идти 300 метров, где есть пешеходный переход разрешенный. Мы им выдали памятки. В первую очередь, чтобы думали в первую очередь о своей безопасности. Неудобное расположение оборудованных пешеходных переходов – одна из причин несанкционированного перехода путей в Голицыно. Но проблему обещают скоро решить. На 2021 год в данном месте УАО РЖД совместно с Минтрансом запланировано проектно-изыскательные работы на строительство пешеходного перехода наземного для перехода граждан через железнодорожные пути. Снизить смертность на железнодорожном транспорте – главная цель подобных рейдов. Берегите свое здоровье и будьте внимательны. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».